Короче, начну еще снимать немножко, как тут плывут лодки. Смотрите, сцепки. Сцепки. Крепко держит. Укрепление, да. Вообще, конечно, все такое. А вот интересно, оно вообще долго так будет стоять вот в воде? Оно же все там, наверное, не знаю, вода камень портит? Точно. Размывает? Думаю, что нет. Слушай, ну, наверное, тут как-то все... Я не знаю, как можно их снимать, нельзя, но, блин, пошла, да, монашка прошла. Нет, ну, во-первых... Я говорю, можно их снимать или нельзя, но монашка прошла. Да, да, ты снял? Да, чуть-чуть. Yes. Просто все равно дом строится на сваях. Тут, видимо, глубина позволяет построить сваю, на ней платформу и на ней уже дом. Поэтому он и стоит. Ну, возможно, здесь просто мелко. Это как я в озеро Гарда заходил, там мелко было, может быть, так и здесь было. Хочу тебя еще раз. Меня? Ну тут, наверное, не очень. Давай дальше. Давай дальше. А тут, да, темновато. Все, где такие круто. Да, ну да, круто. Мне нравятся их окна, которые выходят напротив других окон или стены. Ага. Ну, думаю, здесь вот эти так можно. Да. О, это, кстати, лодочки паркуются. Гондольеры. Ну, чей-то дворик. Ага. Прикольный. В этих домах живут люди. Ага. Дырочка. А что это? Не знаю. Это железяки? Это какая-то штука. Алюминиевая? Прикинь, там квартиры с такими окнами. Красиво же. Да. Я не стала мне открывать. А мы, кстати, да, скачали маршрут и продолжаем по нему движение. То есть сами бы сюда, наверное, не забрели. А, вот. Так это вот улица маршрута, да, именно? Да, маршрут. А. Ну, я так думаю, что они ведутся просто по самому... Ну, так кто-то шел просто и запомнил, да? Нет, это ребята 5 маршрутов нарисовали перед поездкой в Венецию. А-а-а. Это пост от августа 2015-го. Я так думаю, свеженько. Собрались. Вот. Сото Портего дель Томоси. Томоси? Томоси. То есть Томи какой-то. Да. Это уже очередная улица. Это, конечно, не так, как у нас в Питере. У нас не так близко пешеходные, ну, да, улицы, и все гораздо шире. Понятно, что называют, типа, да. Венецию, и такой сильный Венец. То есть таких домов в воде у нас, в принципе, наверное, нет. Ну, там у нас самые верхушки, окошки.